Ох, вот так выглядит мое утро. Сейчас подогреем покушать. Стирочка стирается. Покушаем, помоюсь, приведу себя в порядок. Чуть-чуть. И все. Пойдем куда-нибудь погуляем. Вот такой видок у меня. За кошечка. Дерется какие-то кресла. Кошка не может быть не кошкой, правильно? Кошка не кошка с вами не дерется. Вкусняшка, да? Короче, я думаю, очень вкусно. Идем за стол. У меня такой рабочий стол. Дневник, ежедневник, в смысле. Ну, который ежедневник, в котором все мои, ну, рабочие моменты по работе. Как он называется? Как он называется на русском? Ежедневник, правильно? Юман. Короче, юман. Сейчас покушаем. Приведем меня в порядок. Пойдем гулять. Погода такая сегодня хорошая. Ну что, погнали? Сейчас возьмем кофейку. Вот там, да. Возьмем кофейку, пройдемся, прогуляемся чуть-чуть. Пойдем за Невской. Кофеечек. Мне закончился кофе, думаю. Я уже 3 дня без кофе, забываю его купить. Шаббат. У нас шаббат. Скоро выходит. Шаббат выходит и заходит. Поэтому скоро выйдет шаббат. Наступит обычный день, когда ходит транспорт. Все дела. Сейчас мы идем за кофеечком. Тишь да гладь. Кофеечек с нами. Мы идем. Нужен продавцы. Самые несчастные люди, реально. Продавцы, это просто... Надо им ставить памятник. Я здесь работала одно время. Пройдем здесь. Большую часть жизни в Израиле. Большую, нет, не большую. 5 лет где-то, ну да, где-то 5 лет я работала в сфере обслуживания. В магазине, супермаркет. Продавали мы колбаску, сырочки там. На кассе даже я сидела. Короче, была везде, кроме начальника. Начальники меня никто не поставил. Боже, благо, что меня никто не поставил начальники, иначе я бы там застряла бы еще на года просто. Я к чему веду? Почему продавцы бедные? Потому что у меня неоднократно были такие случаи, когда... Ну, приходят люди, да, приходят люди. И начинается. Ты там дай мне колбасы там 100 грамм. Дай мне колбасы. Русская приходит. Русская. То есть русский человек, да? Русскоговорящий. Ну, а меня так всегда это раздражало. Как бы, ну, мы привыкли, да, там на вы обращаться к людям. Ну, так нас воспитывали. Так это должно быть, да, в русской речи. Если ты человека не знаешь, ты общаешься на вы. Если ты девочка там 5-летняя, 9-летняя, как бы, да, ну ладно, там, не то, я помню, мне уже было лет 13-14. В общественном транспорте меня спрашивали, там, вы выходите, там, или там, вы меня пропустите, да, то есть на вы как бы уже к человеку. А тут приходят царевны. Дай мне 50 грамм колбасы. Ну, я как бы вежливо говорю, что, как бы, во-первых, мы на ты не переходили, поэтому... Давайте как бы соблюдать общепринятые нормы общения, да, элементарные хотя бы. Есть люди, с которыми прям чик-чак, ну, просто вот на раз-два, да, переходишь на ты, там, с первого слова как-то, ну, вот как-то вот с ними это вот автоматом происходит как бы обоюдно, то есть. А тут как бы ты приходишь в сферу обслуживания, да, и ты начинаешь там тыкать, ты мне там, дай мне там колбасы. Мы не переходили на ты еще. И она мне говорит, вообще-то... В Израиле на «вы» не обращаются, а здесь, да, здесь, когда ты говоришь на иврите, то нету обращения на «вы», то есть ты говоришь на «ты», даже если ты обращаешься к женщине, которой там 80 лет, там, мужчине, женщине, неважно. Есть немножко другое обращение, когда ты обращаешься там, к учителям или там, то есть кому-то, как бы, есть немножко разница. Ну, как бы, в повседневной жизни, то есть мы тыкаем, да, на иврите, когда говорим. Я и говорю, что если ты так прям такая, то сейчас умная, разумная, в Израиле мы тут тыкаем, да, так говори на иврите со мной, говори на иврите, нет проблем. Будем тыкать друг другу, как бы это будет в норме, да? И тут понеслась. Да я тебе зарплату плачу.
Да ты тут вообще стой, знай свое место. Да нам не тут, мы там чуть не подрались, короче, из-за прилавка. Я с той стороны, она стой, тут нас там растягивали, короче. Да знай свое место. Да ты вообще где ты, а где я? Ребят, я вам скажу, что вот такая вот байда только исходит от русских. Вот за всю мою жизнь в Израиле я видела только что русские, особенно приехавшие где-то вот из какого-то Мухосранска, распахивает облака, мать его. Это что-то невероятное. Вот есть, конечно, хабалки есть везде. Я как бы не говорю, что вот израильтяне прямо нет. Но вот что касается уважения элементарного кого-то вот так вот там где-то или в очереди, или еще где-то, ну только наши суки русские вот просто вот дают жару такого, что просто ты смотришь и думаешь, мать моя женщина, и мы как бы с одной стороны приехали. Грусть-печаль. Просто грусть-печаль. Обстановочка. Что депрессивная. Блин, реально как в страшных фильмах. Так не всегда, вот прямо сегодня как-то особенно как-то так. Тишина и ворона. Так, мы пойдем сейчас на морько сходим. Посмотрим на закатик. Короче, мы идем к морю. Там мы глянем на закат, краем глаза. Пойдем заберем Ясминку и потопаем домой. Израиле культ еды. Особенно в шаббат. Всю пятницу все готовят есть. Весь шаббат все едят просто, без остановки. Это типа, ну, где-то ездят, гуляют, но сейчас-то гулять негде. Все закрыто, все. Выйти некуда. Но в целом-то в шаббат все собираются семьями и едят много. Много едят. Я тут жила раньше. Там. Сейчас все будет. Чем надо думать, чтобы отправить незнакомому человеку вот такую вот картинку? Ну, приколы типа, да? Ты же меня не знаешь как бы. Чё шлёшь говно всякое? Не, прикол прикольный. Я раньше жила в том, мы там еще с бывшим мужем жили 4 года, там прожили. Район-то я хорошо знаю. Такая зелень красивая. Я помню, я когда в Израиль ехать собралась, папа мне: «Ты что? Ты куда, мол, собралась? Да там же песок и кактусы только растут». Не хотели они, чтобы я уезжала. Ехала Машка и
не на 10 лет. Ой, красные листики, это такая редкость, тут я вообще крайне редко вижу. Короче, уехала я на 10 лет, больше 12 уже, в другую страну. Я не плачу, если что. Вон море уже. Израильтяне такие самоуверенные ребята, пишут мне. Они начинают разговоры, начинают сразу. Сколько тебе лет? Где ты живешь? Ну окей, сколько тебе лет? Окей, 33 мне. Где ты живешь? Я им пишу, тебе это зачем? Какая разница? Он мне пишет, я просто хотел узнать, или ты близко от меня живешь или нет. Как бы, если есть проблема в расстоянии, далеко ли ты от меня живешь, короче. Я ему пишу, что ты бы сначала спросила изначально, ищу ли я вообще что-то, а потом уже бы, исходя из этого, шел бы узнавать там, где я живу и сколько мне лет и все остальное. А он спрашивает, у тебя есть друг? Ну, здесь друг это как парень. Я ему пишу, да. У меня даже в Фейсбуке в статусе стоит, что у меня еще и в отношениях, потому что они пишут, решили сообщения, замахали уже меня. Все равно, видимо. Я к чему? Я им пишу, что, узнал бы сначала. Окей, у тебя есть друг? Да. Так давай будем друзьями. Я им пишу, сабаба. Окей, хорошо. А тут мне еще сообщение тут же. Давай поедем в циммер. Циммер это как наши домики такие, как загородные домики. Куда их снимают там на сутки, на выходные, да, то есть там как бы бассейн есть там джакузи, то есть такие как вилочки такие вот. То есть он говорит, давай будем друзьями. Давай, хорошо. Поедем на выходные на виллу отдохнем, поговорим там по душам, знаешь, так. Я ему отправила кучу смайликов, типа ха-ха-ха-ха. Короче, смешные ребята есть. Шалом. Шарит, куда ему там? Шалом. Шалом. Из-за хамудим. Куда? Мама. Да, котик. У меня вот тут болит. Болит ножка? Да. Ой-ой-ой. Там кровь. Где кровь у тебя? На моей ножке. А ты ударилась где-то или что? Просто я упала. Ты где-то упала, но не помнишь где или что? Дома упала. Да. Давай, готова? Давай, говори. Раз, два, три. Что тебе? Это мне цветочек. Апчи. Спасибо, понюхать. Апчи. Да? Да. Это мой цветочек? Да. С днём рождения, мам!
Мам, а что же кого еще сегодня ждет? Кого день рождения? Моей дедушки. Да ты что? Просто дедушки. Да? Да. Все, Исюнечка, погнала. Погнала, Исюнька. Ясмин, иди сюда. Ясмин. Сюда иди.